В Сургуте прошел муниципальный этап проекта «Три ратных поля России». Это культурно-просветительская акция, в рамках которой школьники глубже узнают историю Прохоровского, Бородинского и Куликовского сражений. Каждый год заявляются 4 школы. На этот раз 6-я, 8-я, 10-я и 19-я. В каждой команде по 12 человек. Они прошли отбор в своих образовательных организациях. И теперь участники собрались на плацу в Сибирском легионе, чтобы соревноваться уже между собой. Начали с исторических презентаций. И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле, построили редут. У наших ушки на макушке, чуть утро озарило пушки, и лес осенние верхушки, французы тут как тут. Капитаны команд получили маршрутные листы для прохождения дальнейших испытаний. Это не только творчество, но и полоса препятствий. Ребята сражались за главный приз – поездку в сентябре по 3 ратным полям России – Куликову, Бородину и Прохоровке. И победителем в этот раз вышла школа номер 6. Эта команда отправится в познавательное путешествие в полном составе. 8 человек поедут от 19-й школы и по 4 из 8-й и 10-й. На протяжении всего проекта ребят поддерживали победители прошлых лет, педагоги и родители. Хотелось бы сказать о том, что сегодня рядом с участниками проекта руководители образовательных организаций. Очень важно, ребята, что с вами директора ваших школ, заместители, учителя, педагоги. Конечно же, проект не может жить без родителей. И чем больше связи поколений, разных возрастов людей, и тем живее все идеи, которые реализуются в рамках данного проекта.